Последние шашлычные возле Центрального парка снесут уже на этой неделе. Причем за счет собственника. Напомню, демонтаж закусочных и кафе на верхнем ярусе набережной начался в октябре прошлого года. Потом снос остановили на время судебных разбирательств. В декабре арбитражный суд оставил решение о необходимости демонтажа в силе. На новогодних каникулах власти дали время собственнику, чтобы самостоятельно убрать сооружение. Однако владельцы заведений делать этого не стали. Теперь подрядчик говорит, что на разбор здания уйдет еще дня три. А вот чтобы убрать все с территории, понадобится больше времени. Тяжелая техника к верхнему ярусу набережной не подъедет, поэтому используют небольшие грузовики. Кстати, не все стройматериалы собираются отправить на свалку. Все-таки этот материал частично будем использовать. Где-то на реставрацию каких-то зданий, где-то на еще какие-то подсобные работы. То есть это просто, ну, как стройматериал. Вы живете, там частично утеплитель можно использовать, фанеру где-то можно, как обычный, как строительный материал. А вот что будет с фигурами, которые украшали эту часть парка, пока не ясно. Возможно, их отреставрируют и перевезут на другое место. А возможно, оставят возле Центрального парка. Все зависит от будущей концепции территории. На сегодня концепция еще не определена, она будет определяться. Но то, что не будет того, что у нас было еще буквально полгода назад, когда были закусочные, шашлычные и так далее, это факт.